улицы откидывается вот эта форель. На коляске заезжает. Спинка коляски становится сюда. Водитель-наставник трамвайного депо Илья Хорошкин показывает достоинства современной машины. У трехсекционного трамвая Усть-Катавского завода целый ряд преимуществ по сравнению с предыдущей моделью. Одновременно в нем могут уместиться 350 человек, в том числе созданы все условия для маломобильных граждан. Оборудован системой видеонаблюдения и снаружи, и в салоне. 85% низкопольный пол, 28,5 метра длины. Один вагон трехсекционный. Как можете видеть, телевизор. Wi-Fi имеется, также что 14 печек, зимой, я думаю, будет здесь очень тепло. Этой ночью новый трамвай впервые вышел на обкатку. Водить такие машины доверяют только опытным водителям с большим безаварийным стажем. Всего город приобрел 10 подобных трамваев. Представительный внешний вид – это лишь одно из преимуществ. Кабина водителя полностью оснащена электроникой, плюс мягкий ход и торможение без рывков. Сейчас в Самаре работают представители завода-изготовителя. Если тестовые поездки пройдут успешно, 10 современных трамваев выйдут на линию. Олег Зверев, Василий Колдашов, «События».